либо вообще ездить из Украины. И его угрозы, вот, к сожалению, он их осуществляет. То есть мы в мае месяце, наше предприятие порядка недели не работало. Были вот коллапс полнейший был на станции, порядка 500 вагонов скопилось на станции в ожидании подачи к нам, и 500 вагонов скопилось в ожидании уборки. Но благодаря вот тогда вмешался Ачинский ТАСС, провел проверку, вынес предостережение о неправомерных действиях Егошину. Ну, человек это не воспринимает, то есть ему прокурор говорит, явно вы, ваши действия незаконны, вы не имеете права делать. А выходит человек и игнорирует полностью все. Ну, находясь в стране НАТО, в Италии, и руководя вот этим всем, делая саботаж, ну, наверное, он так, там так может быть. Ну, по крайней мере, такая ситуация мы имеем. Куда мы не обращались? Обращались мы в антимонопольную службу. Обратились мы в суды. Ну, иски приняты, проверка проводится. Однако, вот такого, что результата, что делать, ничего не получается. А вот сейчас еще, кстати, вот вышло еще так, что выяснилось, оказывается, что вот это вот имущество, вот этот путь спорный, и этот весь комплекс, имеется решение суда 2020 года и имеющее исполнительное производство в исполнении этого решения суда о том, что это все имущество было реализовано незаконно, прямо незаконно, решение суда, то есть вступить в законную силу, и вернуть все обратно. Обратно это кому? Обратно, ну я так понимаю, государству, потому что и раньше этот комплекс принадлежал все-таки государству. И этот путь, вот вы меня спрашивали, вот как он ощущался, но ну, раньше путь этот связывал два комплекса, это элеватор, который 17-е, и мелькомбинат. Вот. Однако он был приватизирован и незаконно, и потом с торгов реализован вот этот весь имущественный комплекс. Почему решение суда не исполняется, для меня непонятно. Хотя элементарно, отматывая все сделки, передавая этот путь РЖД, который это и все, и проблем нету, то есть и все работают вполне нормально, развиваются. Я правильно понимаю, значит, там у нас идут рельсы РЖД, пути общего пользования, частное. После пути общего пользования идет участок 800 метров, и потом идут, соответственно, наши. И вот проблема все вот в этих 800 метров. Сейчас они говорят, мы их закроем, разберем рельсы, либо платите, то есть, как я говорил, что платите сколько мы хотим, либо вообще ездить не будет.